Производим замеры тепловизором, как работают панели, теплопанель, топ и т.п. на охлаждение помещения. Обратите внимание, что сейчас температура поверхности панели, это верхние две точки, 16-17 градусов. Температура поверхности окружающей стены у нас 27-28 градусов. А внизу у нас точка 3, это 29 градусов, это тепловой насос, который в данном случае выступает в качестве прибора, который охлаждает теплоноситель, который нагревается у нас после того, как панель забирает избыточное тепло из помещения. То есть более нагретой поверхности пол, стены, люди, имея в своей видимости менее нагретую поверхность, в нашем случае панель, испускает тепловые лучи в ее сторону и отдает за счет теплового обмена энергию, нагревая теплоноситель. Теплоноситель нагревается и при помощи насоса подается в чиллер, или в данном случае тепловой насос, где он охлаждается и возвращается назад. Поверхность панели имеет меньшую температуру, и по принципу пассивной холодильной балки, когда менее нагретая поверхность начинает забирать на себя тепло